Ого, потрясающе выглядишь. Ты тоже. Поехали. Откуда у тебя такие потрясающие глаза? Ты просто чудо, Эл. Спасибо. О, за нас. За нас. Эл. Да? Я пригласил тебя, чтобы поговорить о нашем будущем. И я очень рада поговорить на эту тему. Отлично. В последнее время мы часто развлекались. Да. Да. В Гарварде будет иначе. Юридический факультет – это другой мир, и я должен стать серьезней. Конечно. Мои родные хотят гордиться мной. Да. Я сам хочу этого. Угу. Я планирую стать политиком. Я тебя в этом поддерживаю, ты же знаешь. Конечно. Хорошо. Но если я хочу годам к 30 превратиться в сенатора, я должен остепениться, не правда ли? О, Горнер, я совершенно согласна. Так что я думаю, нам с тобой, Эл, медвежонок. Да. Согласна. Нужно разойтись. Ну, я решил, что это будет правильный поступок. Ты бросаешь меня? Я ждала предложения. Предложение? Эл, как будущий сенатор, я должен жениться на Джеки, а не на Мерлин. Ты бросаешь меня, потому что я блондинка? Ну нет, дело совсем не в этом. А в чем же? У меня слишком большой бюст? Нет, Эл, твой бюст прекрасен. Так что ж, когда ты клялся мне в вечной любви, это ничего не значило? Нет, я люблю тебя, я не могу на тебе жениться. Ты не представляешь всей сложности моего положения. Все мои предки, все были сенаторами. Мой брат студент юрфака в Йейле, и он обручен с девушкой из семьи Вандербильдов. Салат, дрянь. Солнышко. Медвежонок. Пойми, у меня просто нет выбора. Эл! Ладно, иди в машину. Я расплачусь. Не надо мне салата. Я отвезу тебя домой. Нет. Эл, поверь, я этого вовсе не хотел. Но это правильно. Как это правильно, если нам нельзя быть вместе? Я должен думать о будущем, учитывать желания семьи. Значит, ты боишься, что я могу не понравиться твоей семье? Я всем нравлюсь. В Восточных Штатах люди другие. Выходит, если я не Вандербильд, значит, я букашка. Я выросла в Бель-Эйр, Орнер. Напротив жил Аарон Спеллинг. Для многих он гораздо лучше каких-то дряхлых Вандербильдов. Я же сказал, я нуждаюсь в серьезной жене. Но я люблю тебя всерьез. О. Этого мало? Медвежонок, садись в машину. Нет. Ты туфли загубишь?